Сергей Владимирович, обратили внимание? Справа просто яма бесподобного размера. Яма бесподобного размера – не единственный проблемный участок на улице Орджоникидзе, выявленный в ходе дорожной инспекции. Лабораторные исследования показали, претензий к качеству асфальта нет, а вот огромные лужи на выездах из дворов вызывают вопросы. Не знаю, перелетать должны люди через нее или там. Поставим специального перевозчика в плач, чтобы привозили вот такие вот вещи. Убирайте, и тогда улицу не. А это уже улица Лепедевского. Дорога другая, проблемы те же. Смотрите, первое замечание. На самом въезде было на пешеходном переходе. Вот поэтому. Ну и вот здесь дополнять объемы. Далее комиссия выдвигается в сторону среднего поселка. Ремонт улицы Маяковского начался летом. 2 недели назад со специалистами дорожной лаборатории ход ремонтных работ проверил губернатор Дмитрий Миронов. Претензии были еще тогда, остаются и сейчас. Нашлись недочеты и на Шевелюхе. Все 4 дороги ремонтировал один подрядчик. Эти улицы в числе других вошли в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Поэтому и требования к ним особенные. Несмотря на то, что по техническим параметрам, по данным лаборатории, 2 лабораторий, по качеству асфальтобетонной смеси, по уклонам, продольным, поперечным, объекты соответствуют нормативу, тем не менее, по потребительским свойствам, к сожалению, не доведены до конца. Мы видели и лужи. Мы видели недостаточно хорошо организованные съезды и отсутствие разметки, поэтому сегодня не принята ни одна улица. В городе всегда сложно работать, потому что приходится примыкаться к старому существующему основанию, поэтому как бы. Поэтому вот такие сложности возникают, ну, исправимо. Всего в федеральную программу попали 34 дороги, физически готовы 26, но принята лишь одна. Остальные имеют недостатки, на устранение которых есть время до 1 ноября. Главное, чтобы все ошибки этого года, в том числе и проектные, были учтены и недопущены в году следующем. В этом году действительно количество и качество укладки асфальта значительно больше и лучше. Хотя в течение производства работ все равно у нас были претензии ко всем подрядчикам, и в принципе они оперативно исправлялись. Все недочеты на 4 заволжских улицах, где побывала комиссия, подрядчик обещает исправить в течение нескольких дней, как только позволит погода. Владимир Летуновский, Георгий Иванов. День в событиях.